Всем доброго времени суток. Смотрите, какой красивый хлебушек получился. Он не подгорел, он с добавлением солода, поэтому такого красивого шоколадного цвета. Вначале завариваем солод кипятком, перемешиваем, накрываем крышечкой, чтобы не заветрилось, и ждем остывания. За это время вот я положила закваску в чашу чистомеса, налила воду, перемешала. Вот кладу остывшую заварку или солод. И вот такая коричневая жижица получилась. Насыпаю ржаную муку и пшеничную. Все тщательно перемешиваем, чтобы мука увлажнилась. И, накрыв пакетом, оставляем для аутолиза. Все, время прошло, добавляем соль и ставим тесто на замес. Очень удобен этот метод приготовления хлеба, потому что не нужно делать опару, ферментацию. Все, сейчас тестомес перемесит. У меня произошли небольшие сбои с видео, поэтому не до конца виден весь процесс. Но вот когда я вывалила тесто на стол припыленной мукой, я его скатала в шар и, накрыв миской, дала отдохнуть минут 15. И теперь будем формовать хлеб. Форма у меня круглая, ротанговая, для расстойки хлеба. И буду и заготовочке придавать форму шара. Вот, перевернув, хорошо подкатываем до натяжения теста. И укладываем форму, хорошо присыпанную мукой, потому что тесто у нас всю ночь будет стоять при комнатной температуре. Сверху тоже присыпаю, чтобы ничего нигде не прилипло. Все, накрыв пакет, оставляем на 12 часов. Утром, разогрев духовку, вот, перекладываю хлеб на лопату, тоже присыпанную мукой, чтобы легче хлеб сошел на камень для выпечки. У меня духовка с камнем. Делаю надрезы лезвием. У кого есть острый нож. Все. Под миской стоит сначала, печется. Потом вот миску убираем. Вот такой хлебушек. Вот готовый результат. Горячий ароматный хлеб у вас на столе. А вот каков он в разрезе. Очень вкусный хлеб, мелкопористый. Все. Приятного вам аппетита. Пока!